Жители улицы Ломоносова в Ягодной Слободе насчитали в округе 25 бездомных собак, сбившихся в стаю. Среди животных как взрослые дворняги, так и щенята. Мансур Гизатуллин рассказывает, что они появились здесь несколько лет назад. С тех пор число собак неуклонно растет, что беспокоит местных жителей. Кидаются, есть такие случаи, боятся люди. Идут с этого конца, потом возвращаются. Или с этого конца улицы идут, обратно возвращаются. Обычно боятся пожилые люди. Собаки стали причиной перебоев с доставкой почты. Женщина, разносящая корреспонденцию, не рискует встречаться со стаей, держащей в страхе всю Слободу. Бросает в начале улицы к соседям всю документацию, которые вот платежки, и уходит. Да. 80-летняя старуха раздает, ходит по улице. Почтальон Татьяна Павлюкевич действительно боится собак. Она либо просит крепких мужчин проводить ее через Ягодную Слободу, либо оставляет письма и счета фактуры хозяевам домов в начале каждой улицы. В прошлом году меня окружили 7 больших собак. Я как могла отбивалась, но меня, правда, мужчина спас на велосипеде. По словам Татьяны, она и ее начальство не раз обращались к властям, но результата это не принесло. Пока жители ждут помощи от службы отлова животных, им приходится защищаться самостоятельно, вооружаясь палками и газовыми баллончиками. Марсель Нургатин, Рустем Кадыров, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».